Сегодня все православные россияне отмечают 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника и духовного покровителя нашей страны. В Волгограде главная торжественная литургия прошла в храме, который носит имя святого, рассказывает Максим Ахметов. Единственный в Волгограде храм Сергия Радонежского заполнен до отказа. Количество верующих не убывает. Каждый спешит помолиться и приложиться к мощам святого, который по праву считается одним из самых почитаемых в России. Отслужить торжественную литургию в честь того, кого сам народ назвал величайшим сподвижником земли русской, приехал митрополит волгоградский Камышинский Герман. Наше отечество преподобному Сергию обязано своим независимым бытием и просвещением светом Христовой веры людей. И вот тот, кто это понимает, тому хочется быть похожим на преподобного Сергия. Потому что быть похожим на преподобного Сергия значит иметь какую-то маленькую талику святости. Имя Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение. Основатель Троицы Сергиева монастыря считается небесным покровителем нашей страны. В государственную историю России преподобный Сергий вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Такая личность, которая в нашей истории оставила очень яркий след. Поэтому вся жизнь его была отдана за народ и за церковь. И именно он стал таким объединяющим звеном всего нашего народа и государства, даже можно так сказать. Вот. И до сих пор, хотя и церковь разделилась при Никоне патриархе, но вот преподобного Сергия почитают как старообрядцы, так и православные. Вот. Уже по традиции Сергий Радонежский считается покровителем учащихся. Именно ему молятся школьники, студенты и, конечно, их родители. Мне кажется, он постоянно нам помогает, потому что он действительно такой скорый помощник и заступник. Но вот мы молились батюшке, у нас сын сразу поступил в МГУ, потому что, ну, казалось, это так невозможно. И в учебе у меня дети, слава тебе, Господи. Очень хорошо. Случайно это совпадение или нет, но в 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского свой юбилей отмечает и единственный храм в Волгограде, который носит имя святого. В этом году празднует 15-летие со дня основания. Максим Ахметов, Андрей Гурьянов, Вести, Волгоград.